Единственным решением проблемы бродячих собак в Иркутской области остается отлов, при этом цены на него растут. Поэтому в этом году регион выделил на борьбу с уличными псами более 65,5 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на 15 миллионов меньше. Цена на отлов одной собаки сейчас может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей. Все зависит от удаленности территории и количества мероприятий, которые нужно провести с отловленным животным. В сумму входит отлов животного, вакцинация, стерилизация или кастрация, биркование и введение в единую базу данных, а также пристрой собаки или возврат на прежнее место обитания. Если же пес агрессивный, то он остается в питомнике пожизненно. Контракты на отлов собак в этом году заключили более 30 муниципалитетов. По ним специалисты специализированные службы уже поймали более 2500 животных. 1970 из них провакцинировали и стерилизовали. При этом в регионе нет территории, где отлов вовсе не ведется. Из-за невыгодности подрядчики просто не выходят на торги. Не заключены контракты в основном в северных и отдаленных районах, где действительно существует проблема с поставщиками данных услуг. Мы планируем, что скоро вступит в действие постановление правительства Иркутской области о государственной поддержке некоммерческих организаций, которые будут также заниматься отловом животных. И таким образом улучшить ситуацию на рынке отлова животных без владельцев.